Более того, водитель «шестерки» увеличил скорость. По ходу движения он столкнулся с припаркованными автомобилями и остановился, врезавшись в металлическое ограждение на улице Невской. Молодой человек попытался сбежать с места происшествия, но был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции Центрального района. При осмотре автомобиля эксперты зафиксировали признаки взлома – разбитое стекло водительской двери и вырванные провода замка зажигания. Буквально через час после задержания в дежурную часть обратился 50-летний житель улицы Альпийской с сообщением, что со двора дома был угнан его автомобиль ВАЗ-2106. Владельцу сообщили, что автомобиль обнаружен, а подозреваемый в угоне задержан. В отношении 18-летнего сочинца возбуждено уголовное дело. На маршруте патрулирования по улице Транспортной нами был замечен ВАЗ-2106 белого цвета, водитель которого, увидев нас, резко остановился, развернулся и начал движение в обратном направлении, нарушая правила дорожного движения. Включив проблесковые маячки и спецсигналы, начали двигаться за данным автомобилем. На неоднократные требования об остановке водитель не реагировал.